Василий Головнин. Объем российско-японской торговли в 2016 году упал примерно на 24%. Российско-японская торговля, дорогие товарищи, продолжает глубоко болеть. Сегодня в Токио Минфин объявил, что ее объем в 2016 году упал примерно на 24% по сравнению с показателем предыдущих 12 месяцев. Если считать в американских деньгах, короче, сумма импорта и экспорта составила всего 16,4 миллиарда долларов. Это вдвое меньше, чем было в 2014 году. Кстати, данные российской статистики могут отличаться. Многое зависит от методички подсчета, от используемых обменных курсов и т.д. Но факт крупного падения бесспорно не изменится. Возможно, в московских цифрах он будет даже глубже. Кстати, японский экспорт в Россию летит вниз третий год подряд. Рубль сильно ослабел, и у соотечественников вульгарно не хватает денег на покупку подорожавших Toyota. Но в прошлом году на 28-29 рухнули и японские закупки в России. Причем не только в долларах, как в позапрошлом году, но и в тоннах, килолитрах. Японцы стали меньше покупать российской нефти, металлов и прочего сырья. Этого добра на мировом рынке дофига, и у других продавцов, к тому же, недорого.